Всем привет, мои хорошие! Соскучились? И я за вами. Итак, мои хорошие, сейчас я вам покажу упражнение, которое поможет нам с вами без качки убрать наш большой животик, который у нас с вами имеется, да? Убрать наши бедра и уменьшить нашу талию. Итак, садимся с вами на пол и делаем это упражнение. Присели, ножки вытянули и пошли вперед. Катаемся на попе. Упражнение на попе. И назад, и назад, и назад. И вперед, и вперед. Это хорошее упражнение, да. Это очень хорошее упражнение, чтобы нам с вами убрать нашу попу. Уменьшить наш животик. И бедра. Идет очень хорошее напряжение на пресс живота. Итак, мои хорошие, следующее упражнение. Мы с вами будем просто поднимать ножки наши. Вот. Как можем, да? Насколько нам хватает сил. Это упражнение поможет нам с вами убрать бедра. Сделать меньше бедра. Также потянуть наш животик. И сделать меньше талию. Так что вот такие простые упражнения вы можете делать ежедневно и будете худеть.